В Саяногорске появился новый уличный игровой комплекс. Это новогодний подарок городу от компании «Русал». Площадка расположена в самом центре, в сквере имени Василия Стриго. Для металлургов это часть большой социальной программы, а для детей – место для увлекательных и безопасных развлечений. Константин Кравцов продолжит. У новых горок и лабиринтов очередь с самого утра. Детвора разных возрастов проверяют качество. Яркая конструкция появилась совсем недавно и, кажется, уже понятно, эмоции дарит не менее яркие. Мне нравятся лазилки, которые тут построили, очень оригинально. Эта горка, она особенная, у нее есть вот эти раздвигающие платформы и вот эти вот диагональные линии. Мне нравится, потому что она очень быстрая и она очень красивая. Действительно, это словно лабиринт приключений со своими коридорчиками, мостиками и горками. Но как оторваться? Дети в восторге, взрослые спокойны. Новая конструкция соответствует всем требованиям безопасности, включая мягкое резиновое покрытие на земле. Все это очередной подарок Саяногорску от компании «Русал». Просто так, совершенно бесплатно. Чтобы было понимание, стоимость такой детской площадки, какую компания «Русал» подарила, 3,7 миллиона. Еще раз подчеркну, как и всегда, что компания «Русал» – это социально направленный партнер, который на протяжении всего времени с городом плечом к плечу идет и, как я и говорил, работает не просто точно, а по направлениям как социальным, как образование, спорт, детские, комфортная городская среда. Сквер имени Василия Стрига – центральное и знаковое место в городе. Выдающийся деятель, первый директор алюминиевого завода, один из основателей Саяногорска. Именно здесь еще 10 лет назад «Русал» поставил первый современный комплекс. Он сейчас демонтирован, а на его месте – эта площадка. Разумеется, с учетом интересов не только детворы, рядом с игровой зоной появились турники. Было принято решение обновить, установить новый современный безопасный спортивный игровой комплекс. И сегодня здесь весело проводят время ребятишки. Есть также возможность и подросткам проводить здесь время, заниматься спортом. Этот комплекс уже для компании «Русал» стал 12-м в нашем городе. Спортивные и детские площадки во дворах и скверах – одно из направлений инвестиционной кампании по созданию комфортной городской среды. Все ради улучшения условий жизни горожан. Такой подход к социальным инвестициям заложил еще основатель «Русала» Олег Дерипаска. Площадка чудесная, малыши постоянно визжат, особенно когда тепло, допоздна, и взрослые ребятишки бегают, прям чудесно, замечательно. Это замечательно, когда в городе что-то появляется, тем более для таких маленьких наших вот деток. Поэтому это чудесно, что у нас появилась такой комплекс игровой. Спасибо большое, «Русал». Уже на днях в этом сквере начнется монтаж новогодних световых фигур. Кстати, их тоже несколько лет назад подарила городу компания «Русал». И это ли не пример настоящей социальной ответственности и многолетней дружбы? Спасибо! Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.